С 10 мая армянская оппозиция объявила о начале акции мирного неповиновения по всей республике. С таким призывом выступил архиепископ Баграт Галстанян. «Я прошу студентов, вузы, всех бизнесменов, для кого деньги не являются высшей ценностью, дорогой народ, всех-всех объявить забастовку. Без всякой агрессии, всего несколько дней, 2-3 дня, не больше. К нашим жителям регионов, возвращайтесь назад этой ночью, начните серию акций «Этап», и это давление должно быть на всей территории республики. Люди хотят, чтобы это произошло таким путем, подвергнув государство в шок. Другого пути вы не оставили», – сказал Гастанян. Архиепископ также сообщил, что у него есть кандидаты на пост премьер-министра, и он объявит их имена. Но это не бывший президент Роберт Качарян. Конец цитаты. На вопрос о том, может ли быть выдвинута кандидатура бывшего омбудсмена Армана Татаяна, архиепископ дал положительный ответ. Баграт Галстанян заявил, что для того, чтобы добиться импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, параллельно с уличными протестами ему необходима помощь парламента.